Хорошо, сегодня мы на Тысяча островов. Остров. Эй, мама! Ты еще не уронил? Упс. Обрей. Вера уже все приехала. Вера приехала. Мы собираемся в Гананок. Приехала. Сушилка. Я сказала, сушилка, не страшилка. Вон здесь все забито. Наши. Люди ужинают. Все. Пойдем в путь дорогу. Давай, это, как тебе, моряк? Отвязывай. Подождите меня. Все, едем. Туды. Красный, зеленый. Так, если на фотографии посмотреть, он... Маша, готова? Сирените. Сиреним, двигаемся, двигаемся. Так, вон еще островки. И нам туда. Погнали! Погнали, морёк! Отвязала я быстро. И ручку тебя не намочит? Нет. Давай, держись. Сегодня четверг, да? Ага. Опять купаться сейчас пойдем? В парк? Нет. На пляж? Нет. Здесь же хороший пляж, обливалки? Нет. Нет? Нет, ну кушать идем. Ну да, я не знаю, что это. Ну там припарковались где? Мы. А вот они где? Или тут пока где? Вон, ждем команду. Да, вот там свет, я знаю, а здесь вот. Где там бывает? Не надо. Скидывай фендеры! Давай! Вот наш Гананок. Какой круизный ходит. Не надо здесь фендеры. У нас клетка, да? Три коза летает. Даже здесь пляж. Она упадет. Но уже на пляжу никого нет почти. Почему? Так поздно уже, 7 часов вечера. Не знаю, обливалки. Еще что-то открыто обливалки, да. Да нет, давайте на горку, я там не буду ни разу. Мороженое нарисовано, да. А можно тоже покушать? А? Нет, там обычно только мороженое. Сейчас мы найдем дальше, куда я идти. Хочу мороженое. Очень похож на старое.
Так, идем искать ресторанчик. Вон, кафешка такая в закуточке. Вот сейчас наши соседи здесь кушали, они сказали, очень вкусно было. Ресторан, пойдем в ресторан, мама. Это индийский, мы идем чуть-чуть в другой. Вот, холодильником между шкафом и Марина. Оставь, возьми. Да. Несколько планов. Ведьму там, да, сыночек? Ведьма. С Там что тут ведьма поклеила. Гонолог парк написано, да. А здесь? Да. Посмотрим, как посадили. Тихо, сына, сына. Имена какие-то. Пойдем, нам дальше. Давай ручку. Дай мне руку, дай. Вот нам туда двигаться надо. Машина лежит, это стеклянная. Я не видела. Камень какой-то стеклянный. Нам далеко, да, через мост еще. Ага. Идем. Пойдем, конечно. Нам сейчас здесь дорогу надо переходить, подожди. Да. А ничего страшного, я могу. Давай мне руку вот эту, с этой стороны мне дай ручку, ага. Каждый день, наверное, маркет, тем более завтра пятница. Нет, это бир. В бир мы не пойдем? О, hungry. Good, that's it. Прям для нас. Название читай. Так уж будет. Hungry, good, that's it. Socialist. Socialist. Маш сюда. Да? Свинку из дерева я видела, да? Какое дерево? Из дерева сделано. Правильно сделано. Идем сюда. Что такое? Ой, что такое было? Здесь там дома продают, доченька. Дорогие очень, да, дома. Ой, так большой, такой красивый. Ага, вот мы и дошли. До ресторана как? Да, называется Maple Leaf. По-французски, как я надеюсь. Очень красиво. Смотри, здесь такая торт будет хорошая. А вот все меню. Не, нормально. Ну, да, да. Вкусно? Ну, ладно, это какой борщ? Когда? Ну, что-то ты мерил. В ресторане. Усос я поднял. А ты кушаешь, да, Куча мятных конфет нам дали. Вы наелись в ресторане? Вкусняшка? Ну, я люблю мятные. Мятные конфетки. Обалдеть. Теперь пойдем посмотрим, если будет открыто мороженое место, конечно. Ленечка, отойди от машины, пожалуйста, это чужая. Пойдемте. Беготня моя. Побежали. Где поезд? Больше сейчас дойдем до поезда, посмотрим. Там все, она танцует. И будет концерт. Вот так будет концерт. Да не разбойник он. Вот такой вот, да, папа, мама, хочу где? Давай. Какой велик, а? Ты поехала? Далеко уедешь? Пойдемте, уже мороженое, наверное, закрылось. И тебя я ловлю. А вон твой поезд. Гаси у меня. Можешь на нем поехать? Нет, нельзя, Вер. Верочка, не надо мне. Пошли. Там очень красиво. Там они сделаны все разные, да, скульптуры. А там вот теперь светится этот фонтанчик, знаешь? Я нашла скульптуру. Как бы понять ее еще? Липа. Опять ты со своей липой. Мы везде ищем липу, чтобы чай сделать. Так, ну и что это обозначает? Липа такое дерево. Что
что это, мама, что это? Скульптура какая-то. Не ходите, нет, это не ходят по ней, дочь, это скульптура такая. Пойдемте дальше. Сделали такую. Вера! Вера, Вера, Вера! Да. Вера, Вера, прям 100, по-моему, только пришли. Не близко даже, чем... Что такое-то? Мама, я не думала, водопад. Обожнается. Вот так вот в Гононоке. Вон цапля какая-то стоит. Ау! Она что-то, вот маша. Ее мама тоже есть, она залезла. О, некрасиво. Это люди стараются, делают. Зачем залазить на это? Ну там вроде нельзя. А там же было написано, no high, нельзя лезть. Да ты что? Нельзя. Да, такая? Мама, ай. Смотри. А что это такое? А, она снимается, чтобы менять, наверное. Вот такой вот вечерок у нас. Мы опять проводим день следующий в Гононоке. Заходим в пивоварню. Ну-ка. I guarantee you. А пахнет как дрожжами. Я просто очень интересный пахнет. Все, во-первых, мы здесь. Не синамоном пахло тоже. Нет, пахнет очень вкусно. Поворачивайся. Сейчас. Давай. Ух ты. Дети, не ходите туда. И здесь варят пиво. Бочки такие. Ну это взрослые, детям нельзя еще. Пойдем, сына, не трогай. Классно. Пойдемте в флимаркет, на базар, на барахолку. Ух ты, какой парусник, да? На барахолку, говорю, на нашу. Все, пошли. Большое. Сколько? Пошли, мы займем. Наши вернутся, не узнают нас. Мама, классная машина. Ага. Да, это настоящая гитара. Это настоящая гитара, да. Пойдем. Вера, Вера, не трогай, как ты нельзя. Это же магазин. Отойдите. Это же магазин. Здесь ничего ты покупать. Что, вы игрушек никогда не видели? Прям свалка всего. Там вообще игрушек. Подождите, надо со взрослыми заходить. Да, здесь вообще сколько. Выходите. Да. Мы в музей пойдем, мы сейчас наберем вот в визитор-центре, что у них есть в этом городе. И мы посмотрим, что у нас в июле вот здесь будет, всякие вещи в этом городе. Где? Что там еще есть? Ух ты, как здесь красиво, да? Смотри, сколько всего. Можно посидеть. Только не крутиться, это очень для красоты стоит, оно старое, да? Почтовые ящики старые. Это музей? Да. Знаешь, сколько старых вещей. А смотри, какие раньше вон лодки были. Помните, мы на острове наподобие. Вирусь, это, наверное, не надо трогать, потому что это старая вещь. Смотрите, помните, мы на острове вот такую лодку видели, проезжала. А я нет. Стоимо. Я хочу, я такую купить тебе. Можно? Нет, ее не покупают, а дают. Музей каких-то лодок. Мотор не настоящий, не родной. 47-го года лодка. А где Леня? Флаж свой забери с полос. Yes, tomorrow for sure feels great. Yes. Ой, вон там надо на лодочке сфоткаться. А только надо admission тратить. Понятно. Part of the admission.
Кинушка хотела. Мне нужно за 10 минут. Дети, пойдемте. Дети. Okay. This is the bitterness value. Bitterness, okay. Yeah, so if you start with the lowest number and then work your way up. То есть начинаешь градус повышать, это так. Смотри, я нам пиво. А нет, чем дальше, тем темнее градус повышает. No, у них остается, да, 6-9. So that's before these two. That's before Thank these two, you. Okay. So... У тебя 7 штук или 8? 8 мы потом. Yeah, it's me. You? Алина, давай садись сюда. Иду. Okay. 18-12. Это меньше, это самое легкое. Три часа. Такая пивоварная. А что, она что-то нам отобрали? Добавить сказала. Yes, please. Да, мое. Вера, дай ей. Наконец-то мы пришли в музей лодок. Ух ты, какая ты красавица, плывешь у меня. Ты достанешь, Ленчик? Ты, наверное, не достанешь, да? О, у тебя папа поднимет. Ладно, пошли за папой, заходим потом обратно. Тихо, тихо. Ну, давайте по очереди поднимемся, конечно. Ой, такие стулья. Можно лежать? Нет, нельзя, только глазками все смотреть. Крутить не надо. А вон, смотри, сверху какая это Вера. А, что там, покажи. Мягкие сиденья у них такие. Как они плавали. Залазить написано нельзя. Канада. Какой мотор. Как лодка-то не переворачивалась, как нога. Обалдеть. Можно, можно, подождите. Как вы делают? Ну, вот все рассказано, как можно его сделать. 13 попыток. Да. А что, дверь такая? Что за дверь была? Да. Ты даже не видела, что здесь есть лето. Да вы носитесь, ничего не успеваете смотреть. Да, мы все видим. Я уже это видела. Мне нет. Знаешь, это столько... А вон сколько разных типов моторов. Да, и даже и ручки есть какие-то, смотри. Осторожно, вот осторожно, подожди. Сейчас посмотрю, что это, да. Да и я сама еще не разобрала. У нас мотор есть. Да, пол такой. Она сама,
мама. А что с того раз в дырке? Костах! Так ховай костах, сильный костах. Бобры! А что там, Верочка? Ой, вы строите? Ой, как здесь красиво. Какой уголочек. Очень красиво. Это даже крыша. Подожди, я построю, мам. Молодец, стены. Вот, наверное, можно инструкцию смотреть, какие домики строить. Вот лок-хаус, да, такой деревянный дом. Молоток даже какой есть. Не нужен молоток. Не, ну воду никак не сделаешь, только дом, наверное. Дом как? Это инструкция. Это сыр, парусник. Дачка такая. Унитаз? Мам, типа гольф. Кухня старинная. Вообще класс. Синяя машинка. Дали нам вот такие штучки, чтобы мы пошли строить лодки, кораблики. Вот, смотри, Вер, не дальше идем, заходим сюда, там инструкция. Там инструкция. И будем. Выходить так. Как здесь открывается? Тихо, отойдите, дайте мама нажмет. Заходите. Ух ты. Вот строй. Смотри, ты можешь одеть вот такие штучки. Их нужно вставлять здесь на всю жизнь. Кого смотри, ты с собой заберешь? Это твой кораблик, ты что? Это вот мальчика. Смотри, всякие. Или для девочек тоже. Ну, конечно, для девочек. Девочки-пираты же тоже есть. Ну, да. Только и все что угодно можно себе делать. Принимай. Ну, ладно, одевай тогда. Принимай, значит, мне не нужны они. Что такое, мам? Окей, вот здесь все написано. Сейчас мы начнем это строить. Даже туда пойдем. Давай. Ой, какой у нас папа пират. Ты можешь быть пираткой, переодеваться. Ты еще рисуешь? А как его сюда приделать? А как его приделать? Где папин крутой кораблик? Как? Вот какой. Сейчас мы еще что-нибудь сделаем. Ты куда поплыл? Капитан. Это ты по морю плывешь, капитан мой? Ну-ка, садись в свою лодку. Нет, там что-то шлюз никого нету. Шлюза никого нету? Нет, никто не парковает. Ой, ну-ка, ты подойди ко мне.
А я как не Света, где у нас до этого горел что-то, мы выключились с тобой. Да ты что? О, обалдеть. Вообще. Я буду сильно бегать. Жук завели, поехали. Ну что там, Вера, второй этаж? Да, там очень классно. Тут даже золотые монеты. Золотые монеты? Да, здесь. Ух ты! Обалдеть! Попугай! А это что такое, мам? И шкура чья-то. Кто там это? Лица. И еще лица. Я поняла, почему папе здесь понравилось. Прикольно! Тут нашли. Тут всем очень понравилось. А, я заметила. Детей сбагрили и все. Здесь 4 головы. Лучше Веры, не помню, какие старинные. Не надо, положи. Положи. Пушки. Твои кнопки, я нажимаю, ничего не... Вот ничего? Твои золотые монеты. Золотые монеты? Ничего себе. И корабль сделана. Мачта. Мама, на. Все по две, подожди. Да, я посмотрю. Зачем? А вдруг настоящий? Нет, они так сделали, как будто. Они настоящие, да. Значит, не двигается. Не, не двигается. Нет, я разрешаю теперь. Я? Она настоящая. Она настоящая, она двигается, не надо, не пугай. Не, не буду. Я просто думала, на самом деле, она так выглядит, как настоящая. Прикольно, да? Сыпай! А там у нее есть малышки. По-моему, там кто-то внутри шевелится. Где? Тихо. Пугай, не, а то она бросит. Лера, вот сюда смотри. Вот, вот отсюда смотри. Вот, ну, внутри, Верочка, ничего только не видно все равно. Она слышно. Да. Окно открыто. Она привыкла. Я думаю, да. Там птички настоящие. Забираем с собой диван? А? Забираем с собой диван? Да, да. Так классно, телефон слушает. Иди, Диана, сама. Пойдемте. Вот еще один. Вот это, сказали, бесплатный музей зайти можно тоже. Пойдемте. Сейчас я открою дверцу вам. Ой, заходите. Пожалуйста, давайте. Это а, это магазин? Спасибо. Где а, это типа магазин. Магниты. Магниты. Да. Это ты с папой разговаривай, да? Вот какой магазинчик, да. Вот начинается музей. Покажи мне. Только не трогай ручками, это все музей, Верочка. Да. Да, ну, Вера, пожалуйста, пошли. Нам игрушки сейчас совсем не нужны. Пойдем. Я вам купила недавно Барби, недавно эту лодку. Ой, машину Лене купили. Ух ты, какие кораблищи. Ленчик, ручками не трогай только. Нужно тыкнуть, где мы живем. А можно тыкнуть, где мы откуда. С России никого нет почти. Надо кликнуть. С Казахстана вообще, наверное. Один есть. С Павлодара. Ой, как хорошо. Ой, ну где же Казань? Даже такое не написали, наверное. Да, даже Екатеринбург. Павлодар так называется, Павлодар. Это кто? Люди приезжали? Да. Вот так давайте мы поставим. А где взять иголки-то? Ленечка, не бегай. Покажи мне, зайчик, пойдем, покажи мне. Ух, какие черепахи. Змеи. Что, мой мальчик?
Snakes are deaf, so the way the snakes feel is her vibration. I'm just going to go see if they can take her out. Are you brave enough to hold her? No, thanks. No, thanks. What about you guys? I can't. How old? At least she's 11. And her name is Willow. Вера, ты такой держала школьная рука? C'est froid, it's cold, and it's comme de la soie, soyeux. C'est doux, doux, doux. Вань, скажи, что Вера хочет взять на ручки. Слышишь, Вань? Она слышит. Вера хочет на ручки взять. Она такая нежненькая, холодненькая. Попробуй ее? Приятная. А это дальше сейчас запоет на дудочке, она выглядит. Ой, какой мелкий. It's heavy, no? У тебя в школе больше было? Городочек. Ленька, видел? У него же такой же костюм дома. Леон, ты видел костюм? Вот этот. На чей костюм это похоже? На тебя, на твой костюм.
Живой был раньше. Почему не трогай, не трогай. Ты что, перевернешь еще на себя? Прикольный музейчик. Обалдеть, вообще ребелин. Вы печатаете, да? Не, нельзя печатать по-настоящему. Я думаю, это нельзя так печатать долго, надо только посмотреть. Пойдемте. Ну, очень много печатать. Шкуры. История тысячи островов, в общем, здесь рассказана. В общем, очень много всего интересненького. Старинненького. Нельзя только трогать, написано ручками. Форма. Куски. Война 1812 года. Вводится у нас тут.